На этом, наверное, наш матч и закончится. Хотя, не знаю, но так вот секундомера, к сожалению, нету. Но обычно вот именно в таких эпизодах, когда вратарь выносит мяч. Ну, обидно, конечно же, обидно прежде всего за то, что не забили. Вот так вот не идет мяч в ворота. Нет, есть еще время, по всей видимости, на одну атаку. Очень неплохая игра была продемонстрирована. Гашоков самостоятельно. Вот такой передачи, конечно, тяжело было сейчас проникнуть в нашу штрафную. А вот сейчас Александр Каратаев, ну, может быть... Но это уже точно последняя попытка, удар. Ну и зачем? Зачем, конечно, вопрошают все. Теперь я уже думаю, что точно все, да. Сейчас уже свисток и прозвучит. Итак, друзья, 0-0. Веселый матч, много моментов, но, к сожалению, для саратовских болельщиков, прежде всего, без победы сегодня. Спасибо, что были вместе с нами, что смотрели трансляцию из Саратова. Всем пока. Песня звучит, слово.